Привет, друзья! Не удивляйтесь увиденному, вы ведь не попали в какой-то старый сериал, а это просто очередной костюм из DLC паков. Вот, и как я вновь решил зайти в эту замечательную игру, и хочу сказать, что с установкой DLC паков действительно добавилось более динамичное развитие сюжета. Также хочу отметить, что играя в новую игру Plus, вот, где весь геймплей несколько будет усложнен, вам не будет скучно. Ну так, давайте посмотрим все костюмы, которые находят с DLC паками. Так, оно сейчас нам прогрузит. Ну, пожалуй, приступим. Так, это наш самый любимый обычный костюм. Вот, то есть вы первую сюжетную линию пройдете только вдвоем, и в результате он у вас будет весь поцарапанный, побитый, ну как свойственно герою данного, так сказать, сериала. Вот, как видим, набор костюмов достаточно обширный. Вот, все помнят данного Бэтмена. Вот первые появления. Данный костюм, я не знаю почему, но у меня при виде его возникает на лице улыбка. Вот, также такой костюм, такой, хорошей прорисовки. Вот, как видим, идут подписи, откуда, зачем, что за костюм, и у вас не будет затруднений с их выбором. Вот, Бэтмен Ноэль. Данный костюм вы получите после прохождения основной сюжетной линии. То есть он будет доступен абсолютно всем. Последующие же костюмы будут доступны вам после установки DLC паков. Вот, кстати, вот костюм Бэтмен Темный Рыцарь. Вы заметили, да, что он похож на основной костюм, просто поменялся цвет. Вот я в нем немного уже побегал, чуть-чуть поцарапанный, как видите, покореженный. Но это не столь важно. Вот также костюм такого Бэтмена. Вот, не знаю почему я решил взять этот костюм, просто вспомнил старые года. Вот, последняя, так сказать, часть Бэтмена, которая была снята на старый лад. Также, вот, Бэтмен Земли 2, Темный Рыцарь, Хит Джакер. Хочу сказать, что достаточно неплохо скопировали текстуру. Вот, все элементы практически точно скопированы. Вот, и металлический Бэтмен. Но мы все-таки сейчас возьмем костюм из Инжастиса. Переодевание шлема. А теперь у нас такой суровый герой. Вот прям так. Но костюм все-таки не очень на него смотрится. Можно было и текстуру получше сделать. Вот, все-таки основной костюм как-никак, но он пожестче выглядит. Вот, также подъем фантинг, надеюсь, он что-то новое скажет. Sir, a question, if I may. Sure. What will become of all this once you finally decided to settle down? I hadn't thought about that. Settling down, I mean. As I feared, wait too long and you might find it too late. Ну, до этого я к нему уже подходил. Он мне дал 4000 опыта, рассказав про какого-то чувака, о котором я вообще ничего не знаю. Вот, ну вот, собственно, и все. Вот, целью данного видео было просмотреть DLC костюмы. Вот, что могу сказать. Играйте, поскольку игра того стоит. Если вы не собирались, вернее, покупать DLC пак, то могу сказать, что зря, так как это действительно того стоит. Ну, а пока все, с вами был Федор Красюк. Всем пока и, соответственно, удачи!